I'm here for you, Ivan. Just say what it is. Nothing can save us. What is this? You are not Ivy. Where the fuck is my wife? Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала, меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Downfall. В прошлой серии мы приготовили вкусный сладкий смузи для очередной реинкарнации Софи, очередного воспоминания, не знаю как. Давайте загрузим эту игру. И, кстати, одну из Софи там толстенькую такую мы замочили. Так, что тут? Quick save, это да, как раз мы сохранились перед входом в комнату 203, которую мы предполагаем, что там она есть. Где она еще может быть? А, естественно. О, о, это вы. Привет, заходите, заходите. А вы не хотели... дорогой, ты не хочешь сказать привет? У нас гости. Вы должны простить Гаррисона, он себя плоховато чувствует сегодня. Больная ты дура. Короче, как видите, она притянула половину Гаррисона сюда, в эту комнату. Да ладно, пускай поспит, не волнуйся. О, это так классно. А мы вообще хорошо поговорили, и он и так изменился, но он больше никогда от меня не уйдет, кстати. Ну, повезло тебе. Так. А я кое-что тебе принес. О, как мило. А что это? Я нашел этот рецепт смузи. О, мой секретный рецепт. Я даже не помню, где его оставила. О, хорошо, ну он у меня есть. И я вот его тебе сделал. Ой, как классненько. Это вообще был сумасшедший день. Типа, я вообще с ума схожу. Вот, я вообще-то должна быть на диете, но... я вообще ж могу с завтрашнего дня начать это. Только не говорите Гаррисону, пожалуйста. Конечно, не скажем. На, короче. Бери вот этот смузи вкусный. Так. И кушай. Глянь ты, заглотила вообще за один раз. Классно. А ты себя нормально чувствуешь? Да? Подожди. Я не знаю. Какой-то, блин, странный послевкусие какое-то. Ты добавил орегано? О, мой желудок. Я чувствую, типа, себя плохо и, типа, собираюсь блевать вообще. Что со мной происходит-то, а? Сейчас еще раз жахнешь. Да не, просто проблевалась, блин. Кровищей. Какая гадость. Что мы наделали, Джо? Мы сделали то, что должны были сделать. Так, разбилось. Очередная часть разбилась. Зеркальце. Так, и честно говоря, что делать сейчас, я просто ума не приложу. Оу! Привет. Джо, ты можешь представить, как вообще было сложно вымыть вот эту всю кровь с ковров? Ну, тебе, конечно, вообще пофигу, но нам нужно серьезно поговорить с тобой. Я жду в моем офисе наверху, и, пожалуйста, приди посмотри, ну, навести меня. У меня для тебя есть предложение. Если я не заинтересован, ты будешь заинтересован. Доверься мне. Джо. Что бы она ни говорила, не верь этой женщине, да? Я просто чувствую, что она нереальна. Да, блин.
Естественно. Ладно. В принципе, видите, я вообще не знал, куда идти, но я так предполагал, что игра будет сама нас уже направлять туда, куда нужно. Поднимаемся куда? На четвертый этаж. Так. Панелька. Едем на четвертый. Что на там уже за предложение, от которого нельзя отказаться. Идемте. Пьяно. Так, это дальше, насколько я помню. Еще дальше. А, офис менеджера. Ну, давайте зайдем. Ну да, она здесь. Естественно. А, ты здесь, мой американский мальчик. Я знал, что ты придешь, но я не думал, что ты принесешь вот еще вот это вот с собой. Так. Ты вообще нас должна была предупредить и сказать, что мы уехали. Но Джо, у меня вообще-то здесь бизнес. Я не могу говорить моим гостям уезжать, не так ли? Вот это было бы как-то глупо, что ли. Так, ну все, у нас одно только предложение. Там, я должен вообще убить тебя прямо здесь, прямо сейчас за все, что ты сделала с нами. И что ж тебя останавливает, Джо? Так, Дон, пошли. Вообще-то я не убийца. Нет? Но подожди. А, вот это ж не кровь ли маленькой Софии, молодой, на твоем пиджаке? Ну, вообще-то это ее, но... Так, я вообще потеряла что-то там, кошечку какую-то. В общем, они быстро что-то там проговорили, но это не важно. Так. Вообще... А, про кошечку, да, говорит, ты еще и кошечку там замочил. И, короче, давайте уже психовать. Вообще-то, для заметки, я не убивал гребаного кота. Ну, тебе как не без разницы, что ли? Но ты же даже котов не любишь. Однако, вообще-то, тебе вообще обо всем стоит перестать заботиться. Вот, Люцифер, это ж Айви кот, а не твой. Он мертв сейчас. Вот. Люцифер? Люцифер, полночь, Тикап. Коты, у которых... Кот, которого много имен, не так ли? Но мы помним, что это имена котов Кэтлэйди. Так, короче, пришло время, чтобы ты вообще рассказала, кто ты такая. Ты прекрасно знаешь, кто я. Я твое маленькое секретное наслаждение. Я замечательная женщина, идеальная. Я никогда типа не устаю, я никогда не бываю вне настроения. Вот. Но я, в общем, сложная, сильная такая, клевая. Вот, типа, у меня нету никаких проблем. Вот, никогда голова не болит, и никогда тебя ненавидеть не буду. Вообще-то, замечательный момент, чтобы познакомиться поближе. Короче, забудь со своей Айви, короче, иди ко мне, и мы будем счастливы. И что ж ты скажешь, Джо? Нет, ни хрена. Я вообще-то не такой человек. Нет, ты просто хороший парень. А, после всего, что ты слышал о своей жене, вот, ты все равно что-то, блин, с ней собираешься водиться. Она ж не идеальна, Джо. Вот. Иногда мы думаем, что мы правы, но мы ошибаемся. Знаешь что? Я помогла тебе однажды, и вот я тебе оставила ключ. И я помогу тебе еще раз. Ну вот. Давай-ка сначала в одну маленькую игру поиграем. Я хочу, чтобы ты проследил за мной. В одно место проследовал. Мы никуда не пойдем, правда, Джо?
А маленькая мышка что там, разговаривает? You have a strange taste in women, Joe. Ну, у тебя какие-то странные вкусы в женщинах, Джо. I've got something you need. У меня есть кое-что, что тебе нужно. Идеальное оружие. Просто следи за мной, я буду ждать тебя. Мы же не будем делать это, да? Мы не можем ей доверять, но у нас нету выбора. Идеальное оружие. Загадочно. Так, подождите, что-то у меня там заскрипело, я пойду гляну. Пока на паузу поставлю. Так, не обращайте внимания. F8 это слот для загрузки. Так, пойдем. Ну и что ж, нужно идти по какому-то следу. Туфля. Это ее туфелька. Так, дверь. Вообще закрыта. А, следить за ней. Но это вообще... Дверь ведет к... к выходу на первый этаж. Она, скорее всего, внизу. Ладно, значит, спускаемся на цокольный этаж. Так, подозреваю, это уже будет последняя серия, поэтому давайте потиху проходить. Уже там, по сути-то, больше ничего не остается. Так, а куда же? Так, блузка. Она шла по этому пути. Так, чулок. Черный чулок. Понятно, она оставила его здесь для меня. Так, явно на кухню надо зайти. Вот у нас все еще скрипит. Так, это что такое? Скирш. Забыл. Рубашка, по-моему. Юбка, конечно же. Так. Еще одна туфля. И открытый холодильник. Кстати, свинюшка куда-то, походу, ушла. Ну ладно, давайте заходим, что нам больше ничего не остается. Так, труселя. Белые труселя. Мы, наверное, уже подходим ближе. Она сняла большинство из того, что на ней было одето. Что, она без телефона была, что ли? Обычно труселя последними снимаются. А, не, вот телефон. Заходим, не стесняемся. Агнес, заходи давай. Подожди, я думаю, что я что-то видела. Оказалось, это вообще ничего. Эй, подожди меня. Управляем Агнес. Что это такое? Джо, пусти меня. Черт. Так. Твою мать. А вот это интересно. Гляньте, в зеркале она отражается как Айви. Мне вообще дает как-то задуматься, что Агнес это как все то белое, светлое, что было в Айви, наверное. Понятно, что она не настоящая. Наверное, это все то, что лучшее, что хотел видеть. Что там? Диван какой-то. Не понимаю. Кресло какое-то.
only darkness this way. Ну, и там только одна темнота. Ну, ладно, пойдем назад. Твою мать. Опять ты. Хм. И что? Агнес. Агнес. What took you so long, handsome? Чё ты так долго шел, милый? Тут голенькая сидит. Добро пожаловать в мою личную комнату. Подойди ближе, но не стесняйся. Мою личную спальню, говорит. Там топор, что ли? Так, почему бы тебе не объяснить вот все вот это вот? Что здесь объяснять-то? Разве вообще непонятно, что здесь происходит? Ну, это вообще понятно тебе. Ну, скажи мне вот это вот. Ты здесь, когда ты нашел мое нижнее белье. Ты его посмотрел? Не, вообще. Лгу. Ты вообще не можешь сопротивляться этому. Ты хочешь это сделать. Но на самом деле я хочу понять, что происходит здесь. О. Но вообще мы не обсудили уже это? Дважды. Она что, на самом деле думает, что мужик, который здесь носится за женой, будет вот ни с того ни с сего, который вообще ужасы здесь происходят, убийства, какие-то кровища, говнища вокруг, и он будет его вот среди этого всего трахать, что ли, здесь? Это бред какой-то, надо быть больным ублюдком на самом деле. Так, я хочу знать, что ты здесь голая сидишь? Так, да, но мы вообще не добились ответов никаких, не получили, вот это правильно. А что ты ожидаешь от меня, Джо? Что ты хочешь? Мне не интересно вообще тут участвовать в спасении Айви. Вот. Я надеюсь, что у тебя это не получится сделать. Вот. Потому что, типа, это мне не надо. Вот. Меня это, говорит, не волнует. Так. Я вообще-то видел этот топор уже заранее. Этот топор? Ты уверен? Да, я уверен. Ну, это обычный пожарный топор. Мы его держим, ну, на случай пожара. Знаешь ли. Там вообще на нем кровь. Ну, может быть, капля или две. Что она делает там? Это для тебя подарок. Я тебе говорила. Этот топор — это твое окончательное, последнее оружие. Так, ты что, ожидаешь, что я кого-то убью этим топором? Ну, не надо вот разыгрывать невинность, Джо. Ты уже убил, типа, кучу народу сегодня и несколько животных. Они вообще-то не настоящие люди. Я не говорила, что они, типа, меня не касаются. И вообще, что бы ни случилось, бери этот топор и, короче, давай, последнее воспоминание удаляй. Последнюю, типа, причину, препятствие. Последнюю вот эту вот инкарнацию Софи, что ли? Ты не говорила, что... Разве ты не говорила, что у меня ничего не получится? Если я убью последнюю инкарнацию Софи... Это не Софи... Вообще-то. Тогда кто? А вот это вот создание, которое стоит за тобой. Ты думал, что это друг тебе, но ты ошибался. Это милая маленькая Агнес. Ее целью было остановить тебя, с правильного пути сбить. Она лгала тебе вообще все время. Просто посмотри на нее. Вот это вот настоящая Агнес. Паразит, которого тебе нужно убить. Нет. Я тебе не верю. Это твой выбор, но
Но внутри ты, глубоко внутри ты знаешь, что нужно сделать. Бери этот топор и типа сделай большой замах. И нахрен раздроби ее. Ой, что ж с тобой сделали-то? Блин, такая клевая была. Гляньте только. Ужас какой. Так, ну давайте возьмем. Ты можешь сделать это, Джо. Да? Я уверен. Сделаю это с тобой. Ты думаешь, что я действительно поверю в эту ложь? На, получи, тварь. Короче, все, до свидания, я пошел. Дверь закрылась нахрен. Софи, я иду за тобой. Это конец. Хорошо, я знаю, куда идти. Комнату номер 401, да? Последнюю инкарнацию надо завалить. Воу, топор резко перестал быть красным. Да, конечно, все-таки нельзя отказать игре в атмосферности. Музыка играет далеко не последнюю роль. Ну что? Опа! А ее здесь нет. И что? Дверь. Ну давай зайдем. Круто. Она закрыла дверь и... за собой. Но что может вообще остановить меня? Взломать дверь. Разбить точнее, да. Да более известная комнатка, да? Тем не менее, вот эти вот стуки происходят не в каком-то отеле, как вы видите, а в комнате, в доме на Хелен Роуд, в котором живет и семья Джо, и Айви, и Кэт Лэйди. Сьюзен. Коридор, идем. Чек, вышел нахрен опять. Ну ладно. Так, там вот это вот кафешка, в которой впервые встретились с Айви. Вот это дом, который проходили, когда мимо нашли настройку. Так, Хелен Роуд. Туда мы идти не можем. Гляньте, там кишки, говно. Распидорасило. Находим. Нам больше некуда идти, у нас только один путь здесь. Что это за коробка? Вообще, кажется, что мне топор больше не нужен. Да? Ах ты, ёшкин ты кот. Это ж бензопила. Сьюзен. Они говорили, ну, называли меня разными именами, когда я играл на пианино, после, ну, когда стемнело в течение 2 минут. Но никто вообще не обращает внимания на реально кровавые звуки, которые здесь вообще происходят. Это вообще-то слышится из квартиры Джо. Обратите внимание, что... Счетчик наш. Вот. Он типа опять не двигается. Опять свет выключили, что ли? Это огнетушитель. Кто-то его пнул.
И обратите внимание, что пожарный топор, который должен здесь висеть, его нету здесь. Круто. Пропал пожарный топор. Я всегда знала, что вообще-то плохая идея помещать оружие убийства прямо на виду, вот как здесь. Разбитое стекло. Ну, давайте поднимем. Это большой кусок стекла, который может быть полезен, но он выглядит слишком острым, чтобы поднять пустыми руками. Так, у нас что-нибудь... У нас ничего нету в инвентаре. А дверь вообще-то широко открыта. Здрасте. Ой, жирное тело. Вообще-то, конец пути, сука. Просто спроси кота. Что? Что такое? Не очень понимаю, что надо сделать. А, достать бензопилу и убить. Ух ты, трындец какой. Короче, нам этого не покажут явно. Очень, не очень-то и хотелось. Распилил, куски жира вокруг валяются. Кругом кровище в этом подвале. Жуть. Зеркальце в очередной раз разбивается. Что нам нужно? К зеркалу идти, да? А, так это вот эта вот комната, кстати. Вот мы там в зеркале видели, вот когда ходили. Да-да-да, еще это кровь на стенах. Когда я Агнес ходил туда-сюда, я видел именно эту комнату, значит. Ну, войти, ничего больше не остается. Заходим, не стесняемся. Ноги Айви. Мертва. Это все... Все... Просто так. Но... Я никогда, типа, не забуду тебя. Никогда. Вообще-то пришло время вернуть тебя назад. Он что, хочет ее в кресло засунуть? Идем. Так. У нас тут, короче, как меняется постоянно сюжет. То Сьюзен, то Джо будет. Кстати, нарисовали ее здесь посимпатичней. Телефон. Пожалуйста, не надо вообще звонить. Холл, какая-то дырка. А, климпдаун, ну да. Кресло. Оно привязано цепями к полу. Хм, странно. Обед. Выглядит как будто мухи, ну, как будто
Ух, замечательная вечеринка на этом отвратительном, на этой отвратительной тарелке гнилой еды. Кабинет. Кабинет. Роуп, веревка. Давайте возьмем веревку. Веревка, наверное, нам пригодится, чтобы спуститься вниз там. Надо было все посмотреть. Так, ладно, несем. Я так понимаю, что нам нужно ее отнести. В подвал, да? Что? Все этажи пятые? Ладно, начинается вообще полная вакханалия. Так, ну взял эту веревку. Давайте откроем тогда кабинет, он закрыт. Почему вообще кто-нибудь закрывает платяной шкаф в спальне? В спальне. Что он хочет там прятать? Так, ключа мы явно не найдем никакого. Так. Ну ладно. Так, нам походу нужно веревочку применить. Я привяжу ее к стулу. Я думаю, что она легко выдержит мой небольшой вес. Мы дома, как говорится. Как ты думаешь, куда ты идешь? Что ты принес, сын? Еще одно мертвое тело в списке. Добавить по списку. Отец, знаешь, твоя мама всегда любила больше Робби. Он был таким счастливым ребенком, всегда улыбался. А ты? Ты позволил ему нахрен умереть. Это вообще-то был несчастный случай, и ты это знаешь. Ты должен был следить за ним, наблюдать. Еще сложно было последить за своим младшим братом. Вы никогда меня не слушали. Моя жизнь закончилась в один момент. Твоя мать. Ты помнишь, ты тоже там был. Ты даже не плакал. Ой, иди ты к черту. Я уже докурил вообще-то, ну и пойду. Ничто меня больше здесь не держит. Ты уже взрослый. Ну, вот это вообще дом твой. Наслаждайся. Странный формат экрана у телевизора, я бы хотел сказать. Это там дохлый, он уже лежит, стекает кровью. Так. Ну ясно. Что-то мне говорит о том, что мы находимся все-таки в доме по Хелен Роуд, и вся эта хрень у сумасшедшего Джо в голове. Так, генератор. Так, кровать. Айви положим. Ух. Я смотрю, что ты типа еще кое-что пришел, принес, молодой человек. Ты ж мертв. Даже не представлял, что такая инициатива замечательная у тебя будет. Но я боюсь, что это не сработает. Я думал, что ты мертв. Смерть — это состояние разума. И мой разум всегда типа жив.
А что ты хочешь? Я вообще пришел рассказать тебе, что ты хочешь достичь здесь. Но это не имеет смысла. Почему? Это же сработало. Мы вернули к жизни Агнес. Это вообще идея была провальная с самого начала. Это просто запустить оружие, мозг силой, но не такой силой. Вот, если хочешь, то мы поможем, конечно, сотрудничать, но вот. Так и что мне делать? Короче, сказал, что это невозможно будет сделать, вот. Ну, все, типа, невозможное возможно, скажем. Ты, блин, еще один какой-то дебил. Хорошо, ладно, попробуй и посмотри сам. Сделай это. Да просто возьми, да и сделай это. Так, креслица. Электрокардиограммка. Да, все смотрят. Так, я должен следить за пульсом Айви. Так, генератор. Вот. Должно быть достаточно электричества, чтобы запитать эту штуку. Ну давай. Включаем. Ничего нахрен не вышло, да? Кто-то кричит. Здорово. Это может значить только одно. Джо поехала крыша. Я всегда знала, что с ним было что-то не так. Ну ладно, оставайся спокойно, Сьюзен. Ты можешь с этим справиться. Еще один шажочек, и потом еще один. Это всегда начинается с оружия. Кресло. Вообще-то, кресло, конечно, было бы замечательным оружием, но я могу сделать еще лучше. Так. Брумстик. Это швабра, что ли? Хорошо. Так, плита. Открыть. Заглянуть. О, боже. Ну вот. Это эти вот, это останки, сожженные от кота. Взять череп. Короче, спалил кота в духовке. Так, крафтинг тейбл, манекены. Глянусь поближе. Чё, ничего? Если будем стиком. Не здесь, ладно. У нас есть еще куда сходить. Здесь лесенка, веревка, по которой мы спустились. Так, рука манекена. Ладно, берем. Ванная, заходим. Еще манекен. Если бы ты был жив, это лезвие. Не смогло бы тебе повредить или что? Сломано. Ванная. Так. Ну. Я уже давно ванну не принимала, но, блин, только не эту, говорит. Пайп. Так. Что-то там, короче, какая-то тряпка застряла.
Может, я ее могу достать. Хорошо. Потекла какая-то кровища там оттуда. Так, еще мы куда-то сможем спуститься, да? Там. Закатки там какие-то стоят. Manhole. Посмотреть поближе. Так. Не хочу делать это грязной одеждой. Однако я могу что-то тереть. Фонариком, каким-то лампочкой, но мне не нужна лампочка. Ты не понял. Там что-то типа застряло блестящее в этой трубе, но я не знаю, не хочу мою руку типа туда запускать. Так, ну вот есть еще рука. Так, что-то подняли. Вик! Это такое было. Маленький ключик. Так, ну-ка. Quiet Heaven, отель. Так, нормально. Так. Это то место, откуда шли крики. И я не должна заходить туда без оружия. Так, маленький ключик. У нас. Я знаю, что там был сверху закрыт. Я могу подняться сейчас? Да, могу. Там был, короче, закрыт шкафчик. Мы, наверное, его сможем открыть. Так. Здесь ничего нет, кроме одежды. И какой-то пленки. Она может быть полезна, я ее беру. А, это скотч, типа скотча что-то. Ну ладно, мы вроде бы все собрали, что могли. А, я могу, это тряпка, я могу поднять стекло с помощью нее. Got it. А, короче, взяла, хорошо. Я, насколько помню, понимаю, это просто я тут походил, пособирал. Могу два оружия сделать, наверное. С помощью этого дела. Так, спускаемся, да? А, нет, нам это не надо, нам сначала нужно скрафтить. Так, выкладываем все. Могу это использовать. Ладно. И стекло. Let's stick this glass shard. Onto the mannequin arm. Могу вот это вот стекло положить в руку манекена и посмотрим, что будет. Окей. Но оно так вот будет, не будет держаться. Нужно крепко закрепить. И оно не выпадет, когда я это подниму. Скотчиком замотали. Ага. Well done, Susan. Хорошо, Сьюзен, молодец, у тебя типа топор манекена. Я могу это взять сейчас. Так, а чё нам не хватает, чтобы сделать эту хрень? Я еще что-то не закончил. Что там еще надо? Этот череп.
еще что-то третье. Кто бы это с тобой не сделал, он заплатит за это, я обещаю. Так что ж я не поднял-то еще. Фронт-дор. Круто. Кто-то запер эту дверь. Так, что-то я здесь потерял, наверное. Или, может быть, стекло, то я должен был добавить. А, нет, что-то там у манекена было, подожди. В руке. А, лезвие, гляньте. Вот оно, лезвие. Я должна быть осторожна, чтобы не порезаться. Да. Пойдем, короче, еще одно оружие соберем. Похоже, что вот эти вот две вещички подходят друг другу. Вот, и я типа нацеплю вот этот вот череп для того, чтобы было более надежно. Отлично, готово. Идеальное оружие Кэтлэйди. Я беру его с собой. Молодец какая. Ну все. Шпарим. На выход туда. Подозреваю, что знаю, что кого мне нужно убивать. Подожди. Я должна решить, какое оружие я буду использовать. Ну, за кошечку будем мстить. Has it worked? Это сработало? Айви? Докторишка там смотрит. Что-то она не шевелится. Так, все, туда я явно не выйду никуда. Не пик-пикает ничего. Нет. А, ты бесполезная куча дерьма. Это вообще не работает. Твою ж мать. А ты что здесь делаешь? Ну я вообще, да, пофиг это все. Но это баба была размером с самолет. Вот, она просто не хотела играть по моим правилам. Да заткнись ты, хак. Так, подожди, ну-ка. Она не была жирной, ты чё? Она... Она красивая. Она идеальна. Почему вы все не видите это? Зеркала никогда не врут, Джо. Почему бы тебе не посмотреть на самом деле? Так, вот такие у нее. Но она вообще не выглядит таким образом, ты чё? И какая разница сейчас? Ты вообще знаешь, как это исправить? Ну ты вообще всегда был для нее лучше. Да хватит, типа, это вы все привели ее к смерти. Но нет боли, типа, нет отдачи. Как бы говорит, типа, не, это не, ну, мы делали к лучшему, типа, все. Хотели лучшего, так. Ну, я вообще-то пытался ее спасти. Это не твоя вина. Робби?
Так, ну, вообще-то, блин, тебе здесь не стоило бы быть. Ты не должен быть здесь, братец. Я всегда здесь. Ты не должен это видеть. Да, все в порядке, Джо. Я понимаю. Пожалуйста, не надо. А, пожалуйста, не уходи. Не волнуйся, молодой человек. Он уже ушел. Королева червей, да? Он, короче, в эту ужасную дыру, которой он принадлежит, вернулся. Это конец. Прими это. Но вообще-то это не конец. Я найду другой способ. Ой, наивный маленький дурачок. Ты вообще-то шестой паразит. Мы помним, что там было 5 паразитов. Вот. И шестой меняет все. Вообще-то я не знаю, о чем ты говоришь, сумасшедшая старуха. Привет. Sup, Joe. Привет, Джо. Missed me? Скучал? Я думал, что ты умерла. Где ты была? Но я искала тебя, но не смогла найти. До сих пор, вот. Рад видеть тебя, Агнес. Ты знаешь, я... Я, короче, проебался. Она мертва. Поэтому это я и здесь, Джо. Ты не можешь живить Айви, потому что кое-что потеряно. Я даже знаю, что это. Ну, что? Потому что у меня это есть. Я знаю, кто я. Я знаю, почему Айви здесь. Ты вообще-то мой маленький лучик света в этом... Интересно, одна из серий называлась. Моя так. Ты мой маленький... Так, ты... Это часть Айви, в которую я был влюблен. Ну да, да, это понятно, что она и есть. И это платье, которым она вышла ко мне, когда мы поженились. Ты, так ты узнал это, да, я забыл. Вот, я не очень люблю эти вот платья. Но я сейчас вспомнил это. Хорошо. Осталась только одна вещь, которую можно сделать. Ишь, какая же? Нет. Так нельзя. Да, все в порядке, Джо. Просто поверни выключатель. Но давай ее оживим. Да блин, ну так нельзя. Как можно убить что-то светлое и оживить полностью? Не, ну если это спасет, конечно. Агнес, ладно. Давай. Джо. Если это сработает. Ну, пожалуйста, будь добр к ней. Я вообще никогда тебе не причиню вреда, ты же знаешь это. Мы можем начать сначала. Когда ты улыбаешься, я чувствую, как я являюсь самым счастливым человеком, живущим на Земле. Когда ты смеешься, мне нравится это. Я люблю это. Я могу быть самим собой рядом с тобой. Я вообще делала себя больной. И да, я помогу тебе. Мы можем вообще побороться с этим дерьмом вместе. Победить. Ты вообще с ума сходишь по мне? Я не могу вообще никогда быть без тебя. Я тебя люблю.
женщинка эмо. Ну что ж, еще одна попытка. Ну, а ты что здесь делаешь, Сьюзен? Нормальненько. Молодец. Извини, соседушка. Но вообще, мне уже надоело терпеть сукиных детей. Бедная девочка. Слишком поздно, чтобы тебя спасти. Ты опоздала. Миссис Эй? Какие-то здесь звуки были. У вас все в порядке? Вы не ранены? Я типа как цветочек сейчас. Вот, я просто решила одну проблемку. И какую проблемку же вы типа решили? Как всегда. Еще один, типа, пчелоческий паразит. Вы убили Джо Дэвиса? Боюсь, что да. Вот, типа, он жил прямо напротив... Я жила прямо напротив психопата. Посмотри, что он сделал со своей женой. О, хрень. Она вообще хуже до кости. Он заставлял ее голодать? Ну, извини меня, я забыла спросить его. Ну, вообще, мы здесь закончили. Пришло время вызвать полицейских. Можешь ли это сделать? Я вообще никогда не слушаю, что им говорю. Ну, хорошо, я сейчас вернусь. Так она не была все-таки жирной? Что? У нее пульс. Нам вообще-то нужна эта скорая помощь, Митти. Она уже ушла. И что? Опача. В очередной раз умерла. Молодец. Ну, мы знаем, что она не умеет умирать. Это интересно. О, милая. Ты можешь помочь мне подняться, Джо? Со мной все будет в порядке. У нас все хорошо? Да. We're good. У нас все хорошо. Downfall. Так что, это все-таки все было не зря? Написано типа Мачальскисом каким-то.
Эта картина там была, кстати, с бабой в шляпе. Джо Дэвис, это Джесси Ган, да? Ну ясно, тут, короче, будут те, кто снимали сейчас. Вообще, я удивлен, честно говоря, походу это золотая концовка. Я знал, что в игре происходят три концовки есть. Есть идеальная концовка, вот эта вот, которую мы получили. Есть плохая концовка, когда умирают, по-моему, они оба. И есть средняя концовка, которая является оригинальной в игре. Там, когда умирает Айви только, а Джо спасается бегством и сгорает дом. Сжигает дом. И он находится в розыске. Я вообще не думал, что у меня получится на идеальную концовку пройти, на золотую нянь. Потому что вот, ну, судя по всему, они оба остались живы. Насколько я знаю, там нужно, там около больше 25 выборов, и их нужно сделать правильно. И когда делаешь правильно выборы, то тогда получаешь, все нужно сделать выборы. Неужели я все сделал идеально? Этого быть не может. Я признаюсь, я не знал, какие выборы делать, я все делал по велению, так сказать, сердца. Может быть, там просто какая-то заначка есть, может быть, там не один раз можно ошибиться. Ну, вообще, ну, в смысле, ошибиться можно несколько раз, хрен его знает. Но концовка получилась весьма-весьма идеальная. И это странно, ребятушки. Игра, вообще, я считаю, что замечательная. Эта игра впечатлила не менее, чем Cat Lady. Изумительно просто сделана. 2016 год, Harvester Games, молодцы. Так, что-то тут еще. Скор 27 из 27. Концовка Б невозможная. Я не знал. Честно признаюсь, я не смотрел, какие нужно выборы делать. Я не смотрел. Ну это не... Ты вообще, это для меня, я поражен просто. Реально, ребят, я поражен. Люди реально, я был на сайте этой игры, и там были указаны все ответы, все, как правильно сделать, но я это не читал даже, не открывал это. Я не знаю. Классно, конечно. Идеальная концовка. Итак, вот какая-то тут статья. Женатая пара подозревается в поджоге, что ли, наверное. Арсон. Так его знает, что это значит. Незнакомое для меня слово. Так. Те люди, типа, которые расследуют дело пожара, который разрушил здание на Хелленд Роуд. А, ну, типа, расследуется пожар. Вот. Пожарные извлекли несколько тел изнутри. Это возможно, что некоторые из них были уже мертвы еще до того, как огонь загорелся. Подозреваются в этом преступлении Джо и Айви, которые оба
сбежали из, ну, два сбежавших жильца из этого здания. Вот, они описываются соседями как странные и не, ну, не общительные. Сьюзен, одна из выживших, жалуется. Что она была, ну, говорит, что она была ими атакована, но ей повезло, что ей, ну, не получила никаких ранений. И не требуется ей, ну, ей никакой не потребовалось медицинской помощи. Полиция ищет вот этих вот Айви, скорее всего, и Джо, но их местонахождение неизвестно. Ни хрена себе, ребята. Идеальная концовка, кто бы мог подумать. Ну что ж, идеальная концовка для идеальной игры. Я хочу сказать, Harvester Games — это просто мастера своего дела. Я жду еще заключительную часть, еще будет заключительная часть трилогии, которая называется «Королева червей», по-моему. Это будет просто прекрасно, когда она выйдет. Я мечтаю, жду, по-моему, в 2017, в следующем году ожидаем. Игра просто супер. И концовка супер. Я в шоке до сих пор. Спасибо производителям. Спасибо вам тоже, ребята, что смотрели. Вот это вот действительно, это не та вот шушера, которая вот сейчас вот очень много, которая выпускается. Это действительно серьезный продукт. Вот. Ну что ж, ребят, спасибо еще раз, что смотрели. Встретимся в других следующих прохождениях. Надеюсь, что понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.